Есть! Есть! Есть, ребятушки! Всем привет, друзья! С вами снова Мефик. Мы находимся на Камчатке. За мной река Большая, усть Большерецк, город, ну, по сути, город рыбаков. Вы посмотрите, как дует, насколько много воды сейчас сходит с ледников, насколько... Я вообще не понимаю пока условия рыбалки, я вообще не понимаю, как бы, что делать. Вот первый день сегодня, друзья, скоро будем выходить на воду, точнее завтра, я только приехал сюда. Мы расположились на базе. Сейчас я вам расскажу чуть попозже, кого я здесь встретил. Вот это дела. По сути, все, ребята. Река Большая, Чувыча, погнали! Долгожданный рейс, ребятушки. Камчатка, Петропавловск, Камчатский. Сажусь в самолет. Так, ребятушки, ну я с самолета. Это Леонид, хозяин от базы рыболовной. Рыб-то есть вообще? Ловится, ловится. Поймаю что-нибудь? Обещаю. Понял. Елизово? Елизово, правильное. И мы мчим до усть Большерецка. Вот удача. Уже загружено. Все, да, загружаемся. Только встретил. Рыбалочка. Друзья, по дороге, конечно, красоты. Такие тут вулканы, всяческие сопки, кайф. Камчатка, я только приехал. Мы сейчас направляемся на базу, рыболовную базу. Сегодня уже вряд ли рыбалка состоится, не знаю, да или нет, но хотелось бы уже закинуть. Усть Большерецк там ждет. Знаменитый пирожковый рай, ребятушки. Пирожки размером. Нифига себе. Дорога, ребятушки, капец здесь. Когда же сделать нормальный асфальт? Заселились на базу. Я иду к реченьке поздороваться. Уже покушали, поужинали. Завтра с утра рано выходим. А вот и речка. Лодочки стоят. Тягун, конечно, жуткий. Вон, смотрите, как шпарит вода. Говорят, все еще снег сходит с сопок. А вот на этих лодочках завтра пойдем. Ну что, побежали? Друзья, я на Камчатке первый раз. И, честно говоря, поездка выдалась очень непродолжительная. У меня была всего пара дней, и за это время мне, конечно же, хочется поймать
большее количество видов. Рыболовная база, как вы уже поняли, находится в городе Усть-Большерецк. Это даже не город, а больше село. Всего 1500 жителей. Поселение стоит на притоке Амчагача, реки Большая. Это западное побережье полуострова Камчатка, примерно в 10 километрах от Охотского моря. Контакты хозяина базы, Леонида, я оставлю под видео в описании. Утро первого дня. И вот так вот начинается, ребятушки. Есть! Есть! Есть, ребятушки. Дайте подсак, ногу убирайте. Сейчас она погуляет еще. Симушка, что ли? Да нет, Симушка. Подводи какого-то борта. Да, сейчас она погуляет чуть-чуть. Спокойно. Еще рыба не в лодке. Не скажу. Кидай. На краба скажи. Назад ничего. Ух, хорошая какая. Вот она. Есть! Да, ребятушки! Хорошенькая. Качина. Вот на вага. Походу камбала. Плоская какая-то. Сейчас дам. Не кусай, не пали. Ну-ка. Нет, она у нее вот... Шипку. Так, во-первых, вот это вот снять. А во-вторых, вот это. Секунду, секунду. Секунду. Так, чтобы она мне не это самое плетнет. О, все. Заброс. Пятый, наверное. Ай, красава. Молодцов. Макс, красава. Есть первый адреналин? Прыснул. А что там внизу? Но. Ну, в смысле, камни, песок, коряшки. Камни. Вчера как раз обсуждали этот цвет, вот этот вот. Ассист вчера связал он. Показывал Лёхе, как вязать быстро ассисты. Но цвет, смотри, какой. Угу. Бомбезный. На неё поймал, да? Да. Цвет бомба.
Есть! Есть! Красава! Это небольшое, но есть. Вымучил, да? Вымучил. Рыбку берем. Что ж ты, поднимайся. Дома. Это что, чевычка? Хорошенькая. Ну, дядь Дима. Ну что, мы с тобой по рыбке взяли, получается. Я считаю, что очень даже удачно у нас сегодня утро задалось. По чинам у нас, да, Максим? Да, сейчас чаечек, ребятушки. И в целом-то что, утряночка закончена, наверное, почти что. Сейчас мы еще, может быть, пару мест, да и обедец, все будет хорошо. День-день. День-день. Представляемся? Да, пошли, всему половим. За Симой, за Симой. За Симой, спасибо. За Симинкой. Вот она. Есть. Есть. Давай, красавчик. Есть. Ты видел, как она? Ты видел, что произошло? Нет. Она прыгнула за приманкой. А-а-а. И потом, поклевка. Это, подглядку рыбалку. Ой, хорошая. Привычка, да? Пусть погуляет. На стример. Это чивычка. Это. Сейчас погуляет. По-моему, Сима мне показалось. Ой, красота. Поднимай ее. Сима. Симушка, да? Какая она резвая, а? Поднимай, поднимай. Какие-то кипины. Где она? Заплавлю поймал. А, я багранул ее, вот почему. Да. Есть. Дома. Килограмма Б. Два. Чивычка, блядь. Чивычка. Чивычка? Да. Крашеная? А что она такая? Чивычка. Есть! Хорошая! Это хорошая! Это хорошая! Батя! Ребята! Буквально первый заброс. Батя говорит, кидай, говорит, туда. Ну я и кинул. Пока сидит. Вот она. Тут поток такой. Тягун. Смотрим туда. А уже здесь. Так. А что регистратор? Стоял уже за гасаром. Килограмм, знаете, на 10. Так, убираю. Дома! Ребятушки! Дома! Дома! Ну это килограмм на 5.
Вчера вон она выше даже. Ага, вижу. О, вижу, вижу. Есть! Есть! Четенько, четенько! Ну это четко сима большая. Рыба она и в Африке лежит. Ах ты, сошла! Хорошая! Симушка. Ага. Давай. Сатижи. Есть! Есть! Да ладно! Ах ты, сошла! Прыгнула, сошла! Ай! Вот она! Батя! Давай, подсак! Пока не сошла! Дома. Блин, та, которая в рот клюнула, сошла, да? А это, блин. Вот она еще одна. Поехал, хорошая. Молодец. Самочка. Ну что, ребятушки? А? Ну что, ребятушки, говорю? Стример. Самка или самец? Интересно, давайте посмотрим. Ай, раз, самец. Самец. А с такими молоками? Молоки. Так, печень мы не выбрасываем. А что забирается вообще? Вообще? Печень, молоки, сердечко можно забрать. Из них сделать такую вкуснятину, что просто обалдеете. Валя сделает. Кусочки. Потом режем. Так, раз. Почка. Ложечкой раз. Вынимается почка. Самое-самое вот это вот, то, что горечь дает. И все. Потом. А потом на пласты. А, и пластование. Один пласт. Правильно. Есть. Все. И второй. Удобно и хорошо. Все готово. Все готово. Да, получается вот две таких вот. Они помоются сейчас. Да, потом голова режется напополам. А голова зачем? Нет, блин, уху варить. А, ушиться, да. Или пожарить. Согласен. Вот песня. Так, ну вот, ребятушки, это походу симу я взял. И вот повезло, самочка. Смотрите, сколько икры. Обалдеть. Вот это да. О, красота. Вот это я повезу домой. Это красное золото. Камчатское. Ой, источки какие большие. Печень тоже разбьем, ребята. О, норочку сними. О, норка. Так, что у нас сегодня на ужин? А это что такие за штучки? А что это такое? Это рыбки. Кун, этот самый, этот, как он, кижуч, я так понимаю, да? А вот тут что?
А рыбки не простые, рыбки икренные. А, это оладьи. Ой, это что такое? Первый день, ребятушки, закончился. Сейчас дядьки придут остальные. Что наловили, то и жрите. Все уже готово. Нас ждет, я так понимаю, еще половина народу на воде. Ничего не поймали. А вот и Камчатка подвалила. Эха. Что-то затеял. Так, насыпает соли. А это что, перец? Перчик черный. Хоп. Достаем красивый кусок замороженной чевычи. Ага. Написано «Сеня». Макаем сок и кушаем. Пробуем. Макам. Да. И кушаем. Много. О! Нормуль. Подпивон. Контент. Куда без контента? Мастер спорта майор Сингачгук. Второй день, друзья. Наконец-то дядя Слава обрыбился. Блин, это... вообще, первый день ходили просто, не знал, ни русла. Ну, попали в такую ситуацию, что Саня не смог поехать, он знает русло, а я здесь вообще ничего не знаю. Мне пришлось, ну, как попросили человека, который поехал с нами, записали трек, и потом уже по треку я начал ходить и какие-то точки там, ну, то есть вы не сколько бросали, сколько вы искали то первый самое. День, да. А на второй день уже, ребят, сразу контент пошел. Контент пошел. Ну, а как без контента? Без контента никуда. Вы сами понимаете. Макс, это же китовый позвонок. Серьезно? Представляете? Вот такая хреновина. Весит, я не знаю, десятку, наверное. Ребят, можно применять как стульчик. Это вот реально позвонок кита. То есть, представляете, какой масштаб? Как вы уже поняли, друзья, у меня опять сошли звезды, и нам с Агатом удалось порыбачить вместе. Ну, точнее, мы рыбачили раздельно, не получилось у нас походить в одной лодке, но тем не менее, хотя бы увиделись. В прошлый раз я был у него на Оби, и мы очень хорошо отловились тогда по щуке. Ту десятку я надолго запомню. Ну и видео, конечно, есть на канале, называется «Рыбалка на алтайских щук чуть не оставила без рук». А теперь, видите, совершенно случайно оказались вместе на Камчатке. Я, кстати, хочу сказать, что это скорее тестовый для меня выезд. Проверить все снасти, проверить все места, глубины, точки и правильную проводку, что очень немаловажно в чевычевой рыбалке. Поклевка была. Показалось? Нет, была поклевкой. Нет. Ну я почти поднял ее. Не почти, а поднял. Вот она, да что ты, сушка! Вот здесь вот, на выходе струи у меня. Отцепил. Красава. Она ударила. Ага. Это рыба. А-а-а, нихера себе! Это кто? Это кумжик. Это кто? Кумжоточка. Тетюшек. Смотри с ней. Очень красивая рыба. Это люди, что ли, здесь? Из дороги? А, бать. Из дороги, говорит? Смотри, мы ее сейчас как раз драконим. Вот она. Вот она. Есть. Две блесны. Небольшая, да? Да. Маленькая. Ну-ка, это... Да. Ага, горбуша точно. Горбуша? Да. Да ладно. Да. Яхонский бубшк.
Иди. Да зачем оно нужно? Так, горбуша была. С волем, дядька. Сима была. Чувыча была. Тихо, дядя Ой, Дима. О, Симушка, отлично. Симу берем. Давай, дорогушечка. Опа, дома. Принимай. Давай. Ну, горбуш я отпустил. Дабл. Дабл. Давай, так. Я добро дал. Давай, бать. Бери за хвост прям. Горбушка. Горбушка. Ну, какая красивая, да, ребята? Посмотрите. Горбушечка. Иди. Ну, блин, зачем ты отпустил? Камчат Миронов. Рубит, рубит Рованов. Короче, буран подрывается под жопу. Есть. Рыбка. Есть, ребятушки, вертуха. Работала. А я обгранул ее. Пинь, не мешать мне. Не должен. Обгранул я ее. Рыбачину, тихо. Плавно. Ну, похоже на чуть светлое. Сима. Надо. Тоже рыба. Тоже рыба. Дома. Да, красава. Чувычка. Да, вон. Чувычка. Чувычка, да. Молодец. Молодец. Хлопец. Самочка. Думаешь? Да. Да, я глушу. Ребятушки, Охотское море. Просторы. За моей спиной примерно 8 километров отсюда усть Большерецк. Это устье реки Большая, второй по размеру речки на Камчатке. Ну и мы не преминули возможности посетить Охотское море. Уже поздоровался с морем. Будем смотрим природу.
Сейчас чего еще может жена убить? Есть! Вот она! Кстати, полно же подпатим или нет? Вперед! Подпатим полно? Да нет, в рот взяла! Причем не херовая! О-хо-хо-хо-хо! Сейчас, погоди, батя! Погоди, погоди! Погоди, погоди, погоди! Пусть погуляет. Что вы, блядь? Хорошая! Хорошая, хорошая, хорошая! В рот взяла прям. Да, 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 красоточка. Давай, давай. Я под чуть-чуть подпустил. Хорошая, хорошая. Ты смотри, что. Что вытворяет? Подводи ее здесь. Сейчас подустанет. Подожди, подожди. Еще она еще полна сил. Есть. Дома. Нормально. На 5 килограмм. На 5 килограммов. На 6 килограмм. Хорошая. По-моему. Ну-ка, подожди. Нет, пятерка есть. Пятерка нужна? Пятерка. Так, давай-ка я тебе сниму. Ребятушки, стример. Сработал, блин. А ты снимаешь? Да. Переброс, смотри, заход. Чуть-чуть. Так, где у нас? Ну вот и все, ребятушки. Рыбалочка закончена. Камчатка. Всем спасибо за просмотр. До встречи в новых выпусках. Всем пока.